Поздравляем вас, министр Метлицкий. Сегодня передали документы о выдвижении на пост президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина на выборах 2000. О выдвижении на выборы 2024 года Владимировича Путина на пост президента Российской Федерации. Передали в Госдуму, приемную Госдумы. Наша Россия, наш президент, вас, наш силу, право и честь. И передали приемную Совета Федерации на имя Вячеслава Викторовича Володина, Валентина Ивановна Матвиенко, в Центральную избирательную комиссию передали на имя многоуважаемой госпожи Панфиловой Аллы Александровны, партию «Единая Россия, Народный фронт» на имя Владимира Владимировича Путина, Дмитрия Анатольевича Медведева, Неверова Сергея Ивановича, Турчак Андрея Анатольевича. Поддержали весь депутатский, сенаторский корпус Госдумы Совета Федерации, все россияне крупнейшей формы, и мы, Нестер Метлицкий. Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ивановна, Елена Петровна, Ильянь Максим, Иван Максимович, Дмитрий Петрович, Серафима Дмитриевна, Анатолий Владимир, Майорин, Сергей Владимирович, Владимир Владимирович. Мы очень просим уважаемого Владимира Владимировича Путина избираться на два президентских срока 2018-2024-30 года. И мы выдвигаем Владимировича Путина. И очень просим Владимировича Путина избираться на пост президента России на выборах 2024 года. Наш Россия, наш президент, вас просил право.